Украина не согласится ни на какие территориальные компромиссы с государством-террористом. Такой шаг просто отложит войну на будущее. Украине необходима только полная деоккупация до границ 1991 года. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Твиттер. Цитируем слова в оригинале. О вопросе, в каких пределах восстановления границ является целью Украины, только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная в будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому колоссу на глиняных ногах, считает Данилов.